Вы на канале «В хозяйстве пригодится». Меня зовут Екатерина. И сегодня будем с вами готовить, делать заготовки на зиму из наших перцев, которые мы собрали на даче. Фаршированные перцы. Заготовка. Итак, начнем. Я не буду много говорить. Сегодня будет короткое видео. Рис замочить на полчаса. Отправляем. Фарш. Соль, черный перец, перемешиваем. Когда делаем перцы сразу, фаршированные, которые мы сразу едим, мы добавляем еще лук. В данном случае я бы не рекомендовала добавлять лук, потому что даже в морозилке он достаточно быстро портится. Перец чистим следующим образом. Берем ложечку или можно руками, как удобно, заполняем наш перчик, побольше места. Таким образом, полезный совет, когда делаете заготовки на зиму и отправляете данный продукт в холодильник, данные овощи и мясо могут храниться там не больше полугода, от 3 до 6 месяцев. Так что рекомендую его побыстрее съесть. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на обновление канала и ставьте мне лайк.